Йоу, ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно, и сегодня мы поиграем Rush Wars, давненько мы туда не заходили, что же там интересненького, сегодня мы постараемся достичь третьего вейла и постараемся создать в клан, в общем, постараемся создать клан просто, да, и посмотрим, что из этого получится, какие там возможности, ну и, соответственно, я вас уже заранее приглашаю в наш клан, и вообще, сегодня будем какие-то, наверное, пакеты или... коробки, не знаю, как здесь называются, открывать, сундуки, боксы. В общем, погнали, что у нас здесь? Голда 49. Какая-то хреновина. Кэнон. Слушайте, нам, походу, камера Кэнон выпала, да? Трупс. Хотшот. Горячий острый. Уе. О, да, ребятки, кстати, не забывайте подписываться на другие мои каналы, на мой стримский канал, обязательно просто подпишитесь. Также подписывайтесь на мой инстаграмчик, ссылка есть в описании, и вот сейчас еще высветилось, так сказать, как можно меня найти в поиске инстаграма, ребят, заходите обязательно. Так, ну что у нас тут? Upgrade, upgradable. Че я хочу апгрейднуть? Слушай, ну этот чувак, у него уже пятый, как бы, да, левел. Давайте еще апгрейдим его, и будет вообще прям супер классный шестой левел. Надеюсь, этот чувак будет максимально всех... уничтожать, хелчу увеличиваем, дамаг увеличивается, и дамаг в секунду тоже увеличивается, соответственно. Отлично, что такое дамаг, спросите вы мне, это урон, это, ребятки, урон, который наносит наш чувак. Так, ну что ж, давайте, собственно говоря, сыграем, нажимаем чек, так, и выбираем пацана. А, хотя, подожди, давайте еще других чуваков улучшим, у нас же есть еще ресурсы, чтобы других чуваков улучшить, так что давайте это сделаем. Так, как это сделать? Как это сделать? Это великолепный вопрос. Слушайте, я пока еще не совсем разобрался. На самом деле, Доминик уже не играл в Rush Wars. Но, ребят, если вам нравится эта тема Rush Wars, пожалуйста, поставьте лайк. Друзьям, расскажите, колокольчик нажмите. И, пожалуйста, ребят, напишите в комментарии, какую еще игру вы хотите, чтобы я снял на канале. Или, может быть, даже снимал на канале. То есть, не один ролик, а целая серия, несколько роликов. Может быть, Shadow of Fight 2, может быть, Clash Royale Brawl Stars. Ребят, пишите в комментариях, мы обязательно это сделаем, учтем, так сказать. Так, ну что, давайте. Так, это трупы какие-то. Где мои пацаны? Где мои пацаны? Дайте нам моих пацанов, пожалуйста. Так, вот эти мои пацаны. Кого нам можно еще здесь улучшить? Ну, этого чувака, по крайней мере, давайте улучшим. Немножко заапгрейдим его. Теперь у него третий левел, нормуль. Плюс еще вот эти вот штучки. А, как раз таки мы за счет их-то и повышаем левел, между прочим. Так что, ребят, нам нужно улучшать. Нам нужно пацанов-то улучшать. И пацанок, и вообще всех. Кого только... Питчер, yeah. Оу, yeah, хелч, дамаг, все, короче, улучшается по красоте, только всего лишь 5 дают за это улучшение. Так что давайте еще вот до 3-го левела качнем, здесь тогда, соответственно, еще сильнее прокачаем наш уровень. Мы, короче, богатые в этой игре, походу, да, раз прокачиваем, прокачиваем, прям офигительно круто. Окей, кто у нас следующий, следующий, вот этот чувак. Так, тоже давайте его прокачаем. Шилдс, окей. Соответственно, здоровье тоже покруче будет, плюс 5 экспишечек. Ну что ж, ребятки, у нас осталось, в принципе, 22 экспишечки, которые нам нужно, чтобы прокачаться до 3-го левела. Окей, собственно, собираем атаку. Вот этого пацана возьму. А, вот этого, и вот этого. И вот этого. И еще раз вот этого. Все, отлично. Last squad. Собственно, все, вот, погнали. А, еще же можно вот эту штуку взять. Ну, возьму вот эту штуку, надеюсь, она нам поможет. Короче, погнали. Атака. Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Так, ну вот, собственно, мы на арене. Versus Pro. Versus Pro, что? Вась Юрий, вы что-то что-то такое по-русски, ладно, окей. Ну давайте вот этого пацана выпустим. Так, а давайте сразу всех, короче, что нам бояться, да? Сейчас мы всех тут выпустим. Так, ну это потом. Rush! Rush Wars, ребятки! Ну что ж, вау, пацаны какие-то сразу приходят, это я не знаю, что за... Ну это, наверное, ага, это типа вот, чтобы они были более активными. Это прям отлично сработало, как мне кажется. У нас такая мощная прям бригада. Готова всех уничтожать, убивать, не оставлять никому никаких шансов. В принципе, все. Это было крайне легко, ребятки, крайне легко. Кстати, ребят, если вы вас интересует вопрос, как скачать на Android Rush Wars, то, ребят, посмотрите, пожалуйста, видео по ссылке в описании. Ребят, посмотрите. Вообще, в принципе, зайдите на мой канал. Вкладку, как она там называется, по-моему,
как раз таки Rushwars называется. Так что, ребят, заходите и там все увидите. По ссылке в описании, короче, будет видос, как скачать Rushwars на Android. Так что, ребят, вы... не будет проблем у вас. Это, я напоминаю, что игра от Supercell. Новая игра от Supercell. Так, ну чё, upgradable. Upgrade only. Ну, давай эту штуку заапгрейдим. Так, отлично. Кайф. Так, это у нас уже 6-й левел. Это очень даже неплохо. Так, и 40. Ребятки, у нас третий. Ребятки, у нас третий. Йо-хо-хоу! И бочка рома, отлично. Слушайте, это здесь получается вот у нас гемов. Гемов, да. Окей, они здесь так называются, я просто уточнил. Так, ну и что, ребятки? Great! Давайте создадим новый, наверное. Клан Team Name. Пусть будет, ну просто Шубин напишу, что-то, как бы окей. Пусть будет просто Шубин. Нормально, я думаю. Ребят, название клана будет Шубин, потому что я Максим Шубин, пусть будет название клана Шубин. Так, change. Что же здесь у нас будет? Ну, давайте пусть будет вот какой-нибудь бро. Бро. Или может быть радиация. Или косточки. Нет, все-таки пусть будет бро. Ну, пусть будет вот что-то такое вот. Description, то есть описание. Описание. Окей, я по-русски напишу. Вот как раз-таки по-русски напишу. Значит, клан русскоязычный. Русскоязычных пацанов, а также подписчиков канала. Так, и надо в этих, как, в кавычках написать, по идее, чтобы было прям по красоте. Подписчиков канала. У меня появился обалденный магазин мерча и принтов на одежду. В магазине уже есть мой авторский мерч с символикой канала, это реально интересно. Вот как он выглядит, получилось очень ярко, современно, стильно. В магазине большой выбор одежды, это и худи, и свитшоты, и футболки, и майки, и лонгсливы, поло, и даже есть сумки, бомберы, шапки, спортивные костюмы, кружки, дождевики. Вы точно сможете там найти себе принт по душе, по сезону, по стилю и быть в тренде. Доставка по всему миру, отличное качество печати, ссылка в описании. Обязательно заходи и закупайся на новый сезон. Так, он написал, в принципе, клан русскоязычных пацанов, а также подписчиков канала. Это реально интересно. Я думаю, вот понятно и все, короче, кайф. Так. Change, location. Location, так, Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азия, Австралия, Африка. Интернациональная Афганистан, ох, нифига себе. Хочу, чтобы была, конечно, Россия, я не знаю, я люблю Россию, но все-таки было бы интереснее так. Честно говоря, хотя, не знаю, стоит ли вообще это делать. Так, ну вдруг Россия найдет, слушайте, было прикольно. Ну что там, потому что тут столько всяких стран, как бы, вариантов много. Норвегия, так, Перу, Филиппины. Пуэрто-Рико, Раша, ребятки, Раша пусть будет. Статус open открытый. А, короче, пусть будет тоже 0, как бы мы будем рады всем. Так что я, пожалуй, сделаю 0. Может быть, потом я увеличу. Пока, ребят, можете вступать, в принципе. А, клан называется Шубин, все просто. Значит, 50 монеток. Чат, ну, типа правила чата, наверное, да? Ну, окей, я типа согласен. Все, ребятки, я создал клан. А, значит, что у нас получается? 25, я так понимаю, здесь возможных мест. Это вообще, на самом деле, очень мало. Но, возможно, для этой игры это окей будет. Ну, просто, на самом деле, 25. Так что, ребята, спешите в наш клан. Он открытый и от нуля принимаем. Так что, камон. Чувствую, здесь должно быть сразу много народу. Ну, потом, конечно, мы будем увеличивать и неактивных игроков убирать. Так что, если вы активный игрок, то вступайте. Если неактивный, то, ребят, наверное, не стоит даже... Вот, так что окей, все, собственно, создали мы клан. Потом разберемся в каких-то привилегиях и тому подобное. Goldmine, что это такое? Угу. Не знаю, что такое, но пофиг, короче. Я не очень, как вы понимаете, знаю английский язык, но тем не менее, так. Так, что здесь? Что? Place. А, трупов каких-то надо. Трупов? Это труп. Я забыл, кто там труп. Может быть этот, нет. Что нужно, что тебе нужно? Давай, короче, клир очистим. Всех и вся. Итак, ребятки, короче, пофиг на тот режим. Он какой-то непонятный, странный, сложный для меня. Ну пофиг, короче, хочу атаку. Да ну нафиг на это, слушайте. Идите вы, как говорится, апгрейд. Ну давайте тоже апгрейдим. Тем более, если мани есть. Тогда почему нет? Давайте это еще разок апгрейдим. Так, отлично. Ну, собственно, вот наш клан, все по красоте. Start domination. Oh yeah. In. Ну пусть будет in, типа only, онлайн. Так, ну что, погнали. Place defense in your gold mine. Супер, конечно, да.
Да. Так, а здесь что-то типа... Хеликоптер. Ладно. Ну что ж, ребятки, надеюсь, вам понравился этот ролик, понравилась эта игра. Если так, то почему бы не поставить лайк? Ну, если не нравится, то поставьте дизлайк, что ж уж поделать. Друзья, в общем, рассказывайте, колокольчик нажимайте, делитесь этим роликом с своими друзьями обязательно. Подписывайтесь на все мои другие социальные сети, на другие мои каналы. Все ссылки, ребят, есть в описании. Также заходите в мой магазин принтов на одежду. Там прям кайфовые есть мерчи, там классные футболки, худи, много всего интересного. Заходите обязательно. Также, ребята, обязательно подписывайтесь на мой новый инстаграм, ссылка также есть в описании, там я регулярно какие-то истории делаю, посты, в общем, заходите, там много всего интересного. С вами был Макс Шубин, всем удачи, всем пока! Любишь себя побаловать различными гаджетами? Или, может, не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными предметами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами, например... Если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080 Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить. Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи.